Компания «Соккар Констракшн» стала генеральным подрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью госнефтекомпании «Соккар» Ибрагим Ахмедов. «Соккар Констракшн» – интернациональный коллектив. Здесь работают сотрудники из разных стран мира, в том числе из Азербайджана. Некоторые из них принимали участие в строительстве нефтехимического комплекса «Соккар-Полимер» в Азербайджане и нефтеперерабатывающего завода «Стар» в Турции, отметил официальный представитель «Соккар». Компания «Соккар Констракшн» является одной из дочерних компаний «Соккар», которая действует в основном на рынке России. Недавно она участвовала также в проекте модернизации нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии в качестве одного из субподрядчиков. Компания приняла участие также в строительстве газоперерабатывающего комплекса Амурского газоперерабатывающего комплекса в России. Это один из крупнейших комплексов по переработке газа в мире, в принципе, который будет получать определенные полимерные фракции, тяжелые фракции газа для производства полимеров из трубопровода, который ведет газ на восточном направлении.